Вскоре все бордюры в Химках станут как новые. Управление дорожной службы приступило к их отмывке. При помощи машины высокого давления, которая установлена в «Газели», на Кёрхер подается мощная струя, состоящая из воды, смешанной со специальным средством. Работу начали с Юбилейного проспекта. В скором времени планируют отмыть весь город. Проводится помывка бордюрного камня средством «Чистодор», предназначенным для мытья дорог и асфальтного покрытия. Оно очищает всю химию, то, что от машин, остатки горюче-смазочных материалов. Такие загрязнения не только портят эстетический вид города, но и являются источником повышенной запыленности воздуха. Поэтому подобные обработки проводят перед летним и зимним периодами.